Объединение усилий правоохранительных органов, местной публичной власти и всего общества в борьбе с преступностью, снижение рисков насилия над гражданами – таковы были главные темы встречи, которая прошла в Басарабяске в рамках рабочего визита заместителя начальника Генерального инспектората полиции Георгия Ковкалюка. В первую очередь ему был представлен отчет о состоянии преступности в районе. В 2015 году на территории района Басарабяска было зарегистрировано 229 правонарушений. По сравнению с 294 зафиксированными за аналогичный период 2014-го. Таким образом, уровень преступности снизился на 21,11%. Обсуждение новых методов работы для обеспечения безопасности граждан вылилось в оживленную дискуссию между участниками встречи. Как-то вечером у меня в селе в лесополосе вырубили деревья. Я написал письмо в полицию, но до сих пор не получил никакого ответа. Кто я им? Всего лишь примар. Почему они мне должны давать ответ? К кому вы обращались? К комиссару. Господин примар, давайте я отвечу, чтобы мы не теряли время. Может, господин Миряну слишком уверен в себе, но я сомневаюсь в правильности его действий. Господин Чубачук, с этой минуты вы должны создать рабочую анкету на действия комиссара в данном случае, участкового инспектора и начальника участка села Садоклея, с последующим анализом того, как было рассмотрено это дело, соответствовало ли оно его компетенции и насколько корректными были действия полицейских. Даю вам 10 дней. Затем напишите письмо на мое имя и проинформируйте примара обо всех обстоятельствах дела. Еще одной темой беседы было преимущество создания специализированной оперативной группы. После того, как полицейским были адресованы слова благодарности за работу во время протестов в столице, Георгий Ковкалюк подчеркнул важность сотрудничества между полицейскими и обществом. Ne-am pus ca o prioritate în 2016 consolidarea eforturilor între administrația publică locală și poliție. В качестве приоритета на 2016 год мы обозначили консолидацию усилий между местными органами власти и полицией. Я уверен, что нам удастся этого достичь, и что люди больше почувствуют то, что их оберегают, и их проблемы будут решаться быстрее при таком сотрудничестве. Сегодняшняя дискуссия была открытой и, на мой взгляд, транспарентной. Хочу отметить эффективность работы, которую выполняют полицейские района Басарабяска. Оцениваю ее как удовлетворительную. Была хорошая дискуссия. Я рад тому, что сегодня обсуждали все примари, мы сегодня обсуждали очень много вопросов. Эти вопросы взяты на заметку. И если действительно это будет реализовано, а не останется на бумаге, как обычно бывает, то это будет очень хорошо. И в первую очередь я как гражданин района, а второй представитель района, мне очень важно, чтобы люди почувствовали, что полиция их охраняет, что полиции нужно доверять. В тот же день в Басарабяске прошла информационная кампания для учащихся и молодежи, которую провел мобильный центр предупреждения правонарушений, действующий при Генеральном инспекторате полиции.